Куда едем, где на туалет? Отброшу за 50 патронов. У меня только 7. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Базара. Конечно. Прокатимся в музыке. Где музон? Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарта. Иди сюда. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но послушаем байки. В первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке. Слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные были на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ну, ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньки были. Как вспомню, дрожь пробирает. Такие дела. Вы что тут колдуете? Подлодки ищете? Так. Привет. Здорово, мужик. Володя, очень приятно. Володя. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Да я бы выбрал. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Ага. Крупнокалиберный пулемет. Знал бы ты, как за это приходится платить кровью. А, тут уже на халяву все дают, что ли? Та-да-та-та-та-та. Что-то вообще все на халяву дают. Конец игры, что ли? Что-то не пойму. Привет, Артём! Здорово. Так, чё, расшифровал? Не очень-то и полезные бумаги. Как все намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Я тебя спрашиваю.
Ну, готов, наверное. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Где кони? О, хан. Здорово. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Так, значит, да. И вот еще что, патроны-то дадите, нет? Это не дадут. Или у меня под завязку уже. Дайте-то сюда, что ли? Это подвалы. Давай, старого храма. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми его не перестали. И еще там видели какую-то... парень. Что-то вроде тумана. Мужики, меня что-то плющит. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. Спиртяга есть у кого? Не помню, как это случилось. Что случилось? Плющит, говорит. Упс. Себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём,
Все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Паленый у вас, портяга. Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Опять встал сюда. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Понял, что не понял. Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Да. Забей. Забей. Как забей совсем. Упыри! Огонь! Эй, дохнуть-то будешь, да? Просто кинуть какую-нибудь дрянь в нее, да и все. Оказаться. Чё орать-то так, господи? Она приближается. Не все так страшно, как кажется. Так, а ну-ка верните мне мой пистолет. Ладно, забрались. Впереди еще долго. Т-6 сюда. Вот это, бля, пушечка, ребёна, мама. Чёрт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим. Да, мужик, я тоже так выражаюсь. Почти. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Ты патроны взял. Куда нам так торопиться, товарищ полковник? Натуре. Может, это самое? Перекурчик объявим? Да. Такая нервная работа. Не говори. В аду перекуров не бывает. Да ладно. Вас ждут великие дела. Там даже перепои бывают, не то что перекуры. Вот тут стоит ящичек. Где от него ключичек? Так, у тебя ключичек. Чувачочек. Ну чё, зачем так делать, а? Тут кто-то совсем новый скелет обрадит. Ульма, хватит балагона. Вернемся домой, будет за мной щетки сортир очистить. Да, товарищ
Опа. А, нет, это не опа. Блин. Так и нет ведь ключа. Опять я не нашел. Есть, конечно, нет, но где? Там, блядь, большой вопрос. Генералиссимус. Так, а это что? А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. Да подожди ты с своими выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль слова «не». Включателями все пощёлкай. Патронов бы дали немерено, я бы не парился. С аптечками. Артём, да что надо, блядь? Все в порядке. Не, не очень. Сбором собираю, занимаюсь. Рубильнички. Не рубильнички. Так, что тут? А, вот и ключик. Хо-хо-хо. Я нашел ключик. Так, ребята, вы тут стойте, пока я пойду туда схожу. Так, где тут он был-то? Вот, сейфик, хорошо. 16.8. Ну, не знаю, даже стоило оно того или нет. В любом случае лишним не будет. Так, что надо сделать? И чё? Рубильнички не руби. Чего вы стоите, блядь, как вкопанные? Померли, что ли? Не работает рубильничек. Все стоят, ждут. Что, сами не можете? Не работает, ёптать. Чё опять надо сделать? Господи. Мужики, я дернул рубильник, он не работает. Чего вы от меня хотите, блядь? Не понимаю. Надо искать что-то, значит, еще какой-то хер, который бы этот бы рубильник еще бы сделала бы запитала, короче. Понятно все. Генератор надо было завести, ясно. А тут свет горит или он не горел? Ну ладно, пофиг. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, а ты проверь. Нет.
пойдешь? Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Да, я тоже. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. Это констатация факта. Ну, это на счастье. На счастье. Нет, это когда на башку. Это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Вот, вот! Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! То есть этот вот рубильник ты можешь сам дёрнуть? Я так сопью, или не лечу. Всех преисподнюю. Еще один шутер. Дайте прорыватели. А вы чё все на меня там, бля? Похоже, чисто. Чисто? Тьфу, блядь. Мы их выиграли. Я не понял, а почему тогда... У меня на роже кровь, ну, в смысле, на глазах, перед глазами. Если мне на глаза кровь попала, я вообще ослеп. Так, ребят, подождите. Дайте мне патрончиков. Ну чё опять? Опять, бля, не можешь рычажочек повернуть. Сверху! Что там, сожрали Фелькова? Степан, оставь его.
Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Прикол. Проклятые твари. А? Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минут. Покажи класс. А этот туда тоже ключик нужен? Еще секундочку. Слышь, ты что там творишь, бля? Орел. Готово. Открыто. А вот этот ящик как открыть? Надеть противогазы. Да подождите вы со своими противогазами. Ну куда вы торопитесь все, бля, ёб твою мать. Заборий, что ли? Ульман, проверь. Че, что сразу, Ульман? Несправедливо. Разговорчики. Почему тут не открывается? Эй, зараза. Тринадцать патрончиков. Хорошо. Все чисто, заходим. Наверное, надо было огнетушитель взять вместо... Ой, это огнетушитель, огнемет. Вместо какой-нибудь. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Из этой, что ли, пострелять, дуры, пока. Тут есть, нет? Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Хуй его знает. Двинули потихоньку. Это еще прапорщик. Оу, фак. Нихрена себе. Ты подохнешь, да? Нам нужно убираться отсюда. Да. Вперед, вперед, не останавливаться!
Вот она. Эта дверь ведет в D6. Ты откуда знаешь? Мы на месте? Похоже на... Да, я поколдую. Сожри меня, уплыли. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Ну, туда можно протиснуться, наверное. Артём, осмотри комнату, живо. Все в порядке? Да откуда нахер в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! А это что за дрянь? Блин, зря я огнемет-то не взял. Твою мать. Ой, зря я огнемет не взял. Ой, зря. Так, ну-ка погоди, как... Зря я огнемет не взял. Ой, я не знал, что тут надо делать. Движешься как неживой. Блин, не надо так часто перезаряжаться, конечно. Ничего, вы все не сгорели. Что за отстой? О, ключ какой-то. Хорошо, не зря. Не зря патрончики, значит, тратим. Так, куда, сюда, что ли, ничего? Блять, я что-то потерялся уже. А вот и сейф. Ты удачно зашел. 42 патрона. Ага. Так, а куда идти-то? А, это начало самое, да? Так, ладно. Еще раз повторим этот путь. Так, сюда. Дальше сюда. Здесь сейф.
Здесь что? Сюда, что ли? Наверное. Ну да, наверное, сюда. С патроном. Ой, зря я огнемет не взял. Мне тут. Ой, не нравится мне тут. Как туда пройти? Мне тут совсем не нравится. Это спуск еще был. Ага, вот. Ну, блин. 4 патрона. Ну, вы че, блин, как воевать-то? Так, сюда, что ли? Куда? Ой, зря я не взял огнемет. Еще раз скажи. Ну там, наверное, помрешь, если туда мудрое решение сейчас было. Артём! А. Сюда! Слава богу. Живой все-таки. Все-таки. Степана убили. Стёбу. Дьявол! Кто тише, убил? Тише! Я там один там ходил. Какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. За... Поезд? Что за... Так, так, так... Это еще что?
Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Я пойду патроны поищу, пока ты там репу чешешь. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Да ладно. Тебе тачку подогнали. Ну чё, давай, чё надо делать? Всё чисто. Другого пути тут нет, так что вперёд. Ясен перец. Не нравится. Ему. Карету подогнали, ему не нравится. Что ты будешь делать? Следующая остановка — командный центр. Окей, поехали. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Ходить можно? Хорошо. Противогазы, быстро! Я в противогазе. Так, чё куда? Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. А ты чего ожидал? Артём со мной. С тобой, что ли, с кем? Просто. Конечно, стоять около дверей там и командовать просто. Чё ж там сложного? Ладно. Чё, сюда пошли? Ой, чувак, давай иди быстрее. Так, сюда не пускаю. Нет. Окей, ладно. Ладно, хрен с ним. Пойдем куда? Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Вообще так, ни черта нет. Тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Так раньше же не китайцы строили. Запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. На какой мостик? На вот этот?
Хорошо! Это что за отстой? Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все коробки! Отодвинь крышки! Отодвинь крышки. Раз. Два. Три. Четыре. Жми на кнопку по сигналу! Вторая! Первая кнопка! Так, следующую! Третья кнопка! Молодец! Теперь давай дальше! Четвертая! Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Слушай мою команду! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадёга! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Всё в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Хватит, так хватит, как скажешь. Ну, поехали, чё? Давай. Чё давать? Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Да, лифт, конечно, еще тот. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Есть. Артём! На кнопочку нажать. На какую-нибудь. What? Отлично, парень. Так, а что если я по периметру пройдусь? Нет, не надо. Ой, зря я огнемет не взял. Это такой же ствол, как у меня, правильно? А, стоп. Или нет? Ну-ка, дай-ка заменим. Потому что вот эта оптика, она совершенно...
это еще хуже, ёб твою мать. Патронов сколько, клёво, это я прям в тему. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой! Десятый! Да быть этого не может! Вот! Вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Так, ну ладно, это на следующую серию оставим.